Итак, сегодня день полива орхидей. Вот, вы можете уже увидеть, что корни уже серые. Сегодня мы будем поливать мои орхидеи. Итак, вот здесь находится их 6 штук. Это практически вся моя коллекция. Но это только начало. Итак, ставим каждую орхидею в дошпо. У него нету ни дырок. И вода, соответственно, не будет проливаться. Сейчас мы так будем поливать. И как раз мы посмотрим, как изменяются корни. Я купил на бархолке вот такую вот лейку бронзовую. Вот. Очень удобно, с длинным носиком, и удобно поливать орхидеи. Так, будем делать по 2 штуки в 3 подхода. Так, берем леечку и начинаем вот сюда. Бьем по краю горшка. Да. Старайтесь, чтобы вода не попадала в пазухи листа, это вот здесь. Теперь поливаем вторую, наливаем много воды. Ну, довольно много, чтобы она попила, насытилась. Та вода, которая еще остается снизу, она, орхидея ее попьет и напитается еще больше. Поэтому это очень удобный способ полива в кашпо. Вы можете их оставить, и на какое-то время они напьются, и можете их долго не поливать. Первое. Вот смотрите, как это уже даже спустилось, такая стала шикарная, вообще сочная, классная. Процесс он очень успокаивает. Ну что ж, мы полили наши орхидеи. У них сейчас позитивные корни. Сейчас я вам покажу. Они моментально зеленеют. Вот видите, уже не серые. Вот уже не серые, уже зеленые. И эти... пусть еще постоят, они более такие большие. Что ж, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!